блядь, ёбка, не пусть, блядь, ёбана. Падла, я тебя, блядь, сука, разорвлю, сука. Ебаная, блядь. Сука, падла, ёбка, блядь. Сука, ебучая, блядь. Я, блядь, сука, опаздываю, ёбаный, блядь. Крыса, ебаная, блядь. Сука, блядь. Падла ёбаная, блядь, разбабулю тебя нахуй, сука. Ёбаная в рот ты, блядь, сука. Ёбаная, блядь, а? Да заебался уже нахуй, сука. Тачку взял свою и пошёл отсюда. Нет, не знаю. Ну, 7 ноября вам что-то говорит? Ну, день октября. Какого октября? 7 октября. То есть 7 ноября, день 7 октября, так что ли? Нет, 7 ноября. Ну и что значит праздник октября? А что это вам говорит? Ну, праздник, не учатся все. Нерабочий день. Ну, а почему не учатся? Что отмечается? Праздник отмечается. Ну праздник какой? 7 ноября. Ну, не просто же так взяли и выбрали день 7 ноября. Что, вот что это? Что за праздник? День Октябрьской революции. Вау. А вы знаете, что сейчас официально это день примирения и согласия теперь называется? Да, знаю. С кем собираетесь примиряться? С друзьями, с близкими. А как будете отмечать или будете ли вообще отмечать? Ой, даже не знаю. Меня зовут Алёша. Да, и что бы вы вообще пожелали всем туликам, россиянам в этот праздник? Ну, счастья, здоровья, побольше денег. И чтобы также отмечался этот праздник, как сейчас. Значит, основное количество наших нарушителей правил дорожного движения в основном не хотят своевременно оплачивать штраф на месте. Ой, не на месте, а своевременно оплачивать штраф. Подожди, давайте снова. Можно? Ο αντιπάλους με φάουλ δημιουργούσε το λόγο στον Παπαδά. Σας λέγαμε πριν ότι σκεφτόταν να περάσει το παιχνίδι ότι στο παλιό του Τζιμπούρ, τον Σουσφέρο Τζιμπούρ θα είναι η πρώτη αρχή. Круч! Ебать, смотри, круч! Круч, блядь! Это круч! Это круч настоящий! Смотри! Это круч! Ебать! Ты-то пацаны, блядь! Круч! Два круча! Кручи! Смотри, блядь, настоящий живой! Блядь! Это круч, смотри, он живой! Живой круч! Живой круч, блядь! Смотри! Ебать, а ты посмотри на него! Смотри, грущина! Ёб твою! Стая! Стая, смотри, круч! Ебать! Не, реально круч! Живой! Живой, Mm-hmm.
сломать голову!